Плохое начало, но самое главное, что мы собрались. Наш вратарь Шика нас выручил. Мы собрались, вышли на второй период, играли в нашу игру и сравняли счет. Это показывает характер команды, так что надо от этого отталкиваться и думать о завтрашней игре. Сергей Александрович перед началом сезона обещал, что скучно не будет. Судя по всему, у нас все такие игры ведут. Ну, если мы будем побеждать, с удовольствием все такие игры пусть будут, но нам нужно лучше играть в защите и начинать лучшие игры. Ну, мой первый гол, хороший пас Гарбота, вратарь даже не успел переместиться, ничего не видел, очень хорошая игра. А второй гол просто, как нам тренера говорят, идти на ворота, и шайба всегда будет лежать там, так что шайба отскочила, и я ее просто добил.